Пожалуй, каждый школьник хотел бы попробовать себя в своей будущей профессии. Такая возможность выпала будущим журналистам. 26 сентября в МГГУ имени Шолохова в корпусе Перова был организован медиаквест в рамках проекта «Университетские субботы». В нем приняли участие ребята, обучающиеся в 8-11 классах. О главных задачах квеста нам рассказала руководитель Центра мультимедийной журналистики Анастасия Викторовна Фифелкина. Когда в рамках университетских суббот к нам приходят школьники, задача не только познакомить их с профессией журналиста и рекламиста, но и показать, каким может быть современное образование в ВУЗе. Ребята смогли попробовать себя в разных сферах журналистской деятельности – пресса, фото, радио, видео, интернет и даже реклама и пиар. Школьники командами прошли 10 точек, на каждую из которых их ждало задание, связанное с определенным журналистским направлением. Главная особенность квеста заключается в том, что организовывают его студенты с разных курсов. Интересно, это очень интересно поработать с молодыми детишками, наставлять их, скажем, на путь истинный в сфере журналистики. Да и вообще это очень весело, на мой взгляд. Я сегодня стою на второй точке, она называется «Пресса», и мы собираем газетные заголовки. Но они не обычные, а что-то, например, «Довлатов, Пушкин, солнце, колбаса». Кто-то справляется, кто-то не очень. А мы работаем с детьми, мы сами получаем какой-то опыт. То есть перед тем, как мы вышли сюда, нам рассказали, что вообще из себя представляет каждое задание. Например, я делаю стендапы, то есть я узнала что-то из области стендапа. Самую капельку, конечно, но я все равно могу передать это детям. Своими впечатлениями о мероприятии с нами поделились участники квеста. Мне прямо очень все понравилось, все очень, очень интересно, в интерактивной форме. Это как раз вот и в такой форме как раз лучше всего запоминается информация и получаются новые навыки. Мне все очень понравилось, было интересно, и больше всего мне понравилась станция пресса. Мне очень понравилось здесь находиться, очень интересные люди, все было очень весело. Проект «Университетские субботы» существует уже не первый год. Он дает школьникам возможность определиться с выбором будущей профессии. Проект «Университетские субботы» помогает школьникам и студентам, преподавателям и учителям делиться опытом друг с другом. Школьники узнают, какие формы образовательные бывают в ВУЗе, ну а мы открываем двери для школьников. Проект «Университетские субботы» очень важен для Центра мультимедийной журналистики, для Московского государственного гуманитарного университета, и мы надеемся на его дальнейшее развитие и на наше сотрудничество.